Обязательно украсим гирляндами, шариками, елочку поставим, гирлянды повесим на окно, чтобы светилось, и с улицы было видно, как весело у меня дома. Игрушки, елочка обязательно свеженькая такая. Я живу в общежитии сельхозтехникума, и мы украшаем сами комнаты свои, гирлянды вешаем уже, но елки нам не разрешили, потому что это пожароопасно. Только так. Гирлянды всякие, мишура, все. Ну и маленькая елочка. Обязательно должна стоять живая елка. Искусственную не признаю. Обязательно должны игрушки, соответствующие году. Хрюшечка будет у нас.